softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a... in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit. Сзади не жарко? Нет, нам прекрасно. Нормально. На Воробьёвы гуляем. Верните направо, а затем через 100 метров. Согласились, ребят, 12 ночи поехать покататься. Ага. Вот так и ездит по Москве. Так, как до первой камеры. Пойдем дальше. Куда? Куда? Так, Ириш, угощай Даридой. Happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, you're moving in another direction. Thank you.
нравится. Где ты? Вот, женщина вся в липе. Липу собирает для чая. Мы подсмотрели это у какой-то очень умной москвички. Вот, а срывать надо вот, вот с таким вот, вот крылышко называется. Ну-ка, понюхай. Очень вкусно. А подожди ты. Не филонь. Два. Три. У-у-у, Тёмка, привет. Тебе. Я уже не дождь. Она скользкая на самом деле. Ну, неудобно, она действительно, она просто покрашена. Ладно, ладно, все, она скользкая. Хорошо. Мне еще мозоли. Нет ногтей. Мастер-класс по дудке. Нету у меня ногтей. Они еще, видимо, не совсем выросли. Ногти. Мастер-класс по хлопушкам у тебя был для детей? Из листьев. Ура, получилось! Хотел ругнуться матом, и не получилось.
Итак, в центре Москвы примерно недели две назад поселился индус. Разбил палаточку. Иногда выходит здесь, читает какие-то свои молитвы и живет преспокойно. Спокойно.